Россия проводит чемпионат на крови. Сегодня месяц голодовки Сенцова. Вот 4 года сбитому Илу. Война продолжается. Россия сейчас принимает делегации всех европейских стран на футбольном чемпионате с огромным пафосом, как будто ничего в мире не происходит, как будто это не страна, в которой содержится огромное количество именно украинских политических заключенных.